Ну, Новак, наверное, тоже сейчас в ногах не первая свежесть. Ну, меня, конечно, вот все время возвращаюсь к этой цифре, что всего лишь 6. И... Ну, какие мячи тянет Новак. Ну, не до конца тянет. Да, ну, невероятно. Зачем же в таких мухах тянуться за таких? Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут... впрочем, и не важно. Знаете, на Ютубе существует множество изощренных методов прохождения Фореста. И без единой постройки, и на хардном уровне сложности, и спидраны. Совсем недавно один из подписчиков предложил мне незаурядное... испытание. Смогешь пройти Форест с одной палкой? С одной, мать ее, палкой. Я провел сложные математические расчеты, согласно анализу которых высчитал конкретную сингулярность времени, равную точной расчетной вероятности пройти игру с... Я не понял. Ну, очень интересно. Ну, я не знаю, выйдет ли у меня... Ок, вызов принят. Хотя, чё я вру, всё я знаю. Если б не вышло, ролик бы я делать не стал. Логично. Но перед началом сообщение от спонсоров. Case Place — это онлайн-магазин чехлов и аксессуаров. У них можно заказать чехлы на более чем 550 моделей устройств. Ну, в общем, все, что умеет звонить и похоже на телефон, у них есть на это чехол. Можно выбрать чехлы из уже имеющихся принтов или создать свой собственный. Причем ограничение только в вашей фантазии. Заходим в конструктор, загружаем нужное фото, картинку или надпись, и уникальный чехол готов. В подарок ли или для себя Кейсплейс сделает доставку куда угодно. Чехлы, стекла, аксессуары с низкими ценами и системой скидок. Промокод специально моим подписчикам, а также ссылки на сайт и конструктор ждут вас в описании. Ну и самое главное. Тот, кто напишет самый оригинальный комментарий под этим видео, победителя выберу лично сам, получит бесплатный чехол с оригинальным принтом канала. Соответственно, доставка тоже за счет заведения. Подробности и позже результаты найдете в паблике ВКонтакте. Ну а я полетел. Ну вот мы и на старте. Не знаю, зачем беру книжку для строительства, мне она все равно не понадобится. Так, разбились. Лутаем самолет, ну, все по канону. И да, сразу о подробностях. Я допускаю использование газировки, батончиков, таблеток, а также брони. Ибо, ну, без этого никак. Вы это видели? Видели? Также для себя я разделил прохождение в 3 этапа. Вы должны видеть их у себя на экране, если я не поленился отфотошопить картинки. Так, ну, в плане состояния и провизии восстановились. Сейчас проблема найти палку. О, вот оно. Орудие массового поражения. Странно, получится ли... О! Да, это будет долгое прохождение. Залутались по полной программе, думаю, хватит на пока. Самое главное, постараться не встречаться с каннибалами и... Не, до кратера еще далеко, надо бы найти пещеру с ключ-картой. Кстати, о броне... Ну, стоять! О, а палка действительно вещь четкая. Неплохо, но нужно еще. Есть пробитие. В общем, добыл я немного брони. Сильно крепиться не будем, ибо нам она понадобится лишь в один конец. Позже поймете почему. Так, вот и та самая пещера с ключ-карты от бункера. Наша цель это как можно быстрее пробежать... О чем это я? Как можно быстрее пробежать толпы пещерных каннибалов и забрать карту. А дальше действовать так, как поступают спидранеры. Ну, в общем, увидите. Так, а вот и первый патруль. Ну, вот примерно вот приблизительно сюда. Самый удачный прыжок, но лучше, чем ничего. Чё-то никого не слышно. О, часики. Но не! Бежим! Иди сюда! Так, ну сюда они точно не доберутся. Пока идем успешно. Только бы не накаркать. Он что, серьезно меня не видит? Так, огонек притушим. А сейчас... Быстро ломаем! Кацанули немного. И теперь по фасту прыгаем, хватаем ключ-карту и... В принципе, все. Алло, я тут вообще-то? Такие интересные, уже самим надо подходить. Самообслуживание какое-то. Так, ну вот, этап номер один выполнен. Мы добыли с вами карту в бункер. Теперь... блин. Пс, мужик,
Мужик, подай палку, мне нельзя топор использовать. Блядь, твоя проблема. Ну в чем? Ну что там у тебя не так? Руки есть? Ноги есть? Ну иди на... Не, ну тут без вариантов. Так, теперь этап номер 2. Нужно пробраться в лабораторию. Сделать это легко и просто. Нам всего нужно... Стоп. Вам не кажется, что я о чем-то забыл? Там же длинные водные пещеры и глубокие впадины. Трианглу нужно то, что поможет ему дышать под водой. Вы видите то, что поможет ему? Правильно? Его нет. Ребрюзер находится в другой, не менее глубокой пещере. Вход туда охраняется многочисленными группами каннибалов, а также, возможно, встреча с парочкой мутантов. Вследствие этого нужна хорошая подготовка. В голову пришла идея, а что если улучшить наше и без того имбовое оружие? Так, сюда надо бы подствольник, сюда коллиматор, ПНВ, лазер, защиту, тут я проснулся. Однако улучшить палку можно, вот только проблема. Нужна смола дерева, а дерево палкой срубить нельзя. Я пробовал. Но есть другой путь добычи смолы. Собиратель древесного сока. Чем вам не решение проблемы? Осталось только подождать. Later. Проверим успехи. Нынче сок не тот. Вот в прошлом году, помню, пока собиралась смола, решил я облутать лагеря аборигенов. Как ни странно, никого там не встретил. Однако в округе голожопые бродили, но лишь в одиночку или в паре. Видать, повезло на противнике. В конечном итоге добыл я все, что мне было нужно. Осталось лишь крафтить улучшенную палку. Это, конечно, не то, что я задумывал, но... Ладно, теперь за ребризером. Странно, но мутантов пока замечено не было. Или я такой сталсач прошаренный, или они еще не заспавнились. Здорово, здорово. Так, ну вот и все. Теперь напрямую в... Блин, я же говорю, они еще не заспавнились. Момент истинный, прыжок веры. Самое главное точно попасть в дырочку. Фух, так. Все, плывем отсюда. Пройти всяческие альпинистские препятствия на самом деле при должном вливании клавы можно и без альпинистского топора. Мутантов просто пробегаем, и вот мы, собственно, в комплексе Сахара. Что? Здорово. Мутантов в лаборатории. Тоже стараемся оббежать. Гляньте, каннибал с палкой в руках. Видать, успел посмотреть видос впервые всех, тема с палкой зашла. Ну же, давай уже. Ух, так, ну вот мы и дошли до первого арта. Считайте, остался последний этап. Ну, вы сами понимаете какой. И в этом бою участвует в левом ринге босс-мутант Меган. Ей противостоит в правом ринге палка. Это будет весело. И долго. На самом деле место с Меган в каком-то плане читерское. Ну идешь ты к ней, ударишь пару раз, помрешь и снова возрождаешься. И так энное количество раз. Мне это напомнило день сурка какой-то. В конечном итоге, наконец-то забиваем палкой Меган. Ничто не вечно, как говорится. И все. Считайте, форест пройден. Хотя не говори хоп, пока не перепрыгнешь. Еще надо добраться до второго арта. Опять альпинистские препятствия. Неудачно. Почти на волоске. Еще немного, еще чуть-чуть. Все, считайте, пройти форест с одной лишь палкой возможно. Нужно лишь следовать небольшим хитростям, а-ля пробегу локации, умелому обращению с ландшафтом, ну и просто хорошо ориентироваться в игре. В принципе, сверхсложного ничего нет. Так, да, давайте пройдем игру по плохой концовке. Че мы все по оригиналу да по оригиналу. А вот теперь можно. Ладно, на сегодня все. Напишите в комментариях о ваших собственных необычных прохождениях Фореста. Будь то банальный на харде, с одним, не знаю, камнем, без таблеток. Ну, в общем, вы поняли. Я обязательно прочитаю. А также не забывайте про конкурс. Ну и как всегда, поставь лайк, оставь коммент и подпишись на канал. Увидимся в следующих роликах. Не пропадай. Пока.